Александровича Лавренченко. Тема нашего доклада – принципы Деминга и их интерпретация. А принципы Деминга. Инженеру-физику Эдварду Демингу суждено было сыграть главную движущую роль в улучшении качества в Японии и во всем мире. Он твердо верил, что ключ к улучшению качества лежит в умелом руководстве и правильном менеджменте. Первый принцип. Рассмотрим первый принцип. Он звучит следующим образом. Надо ставить долговременные цели, а не сосредотачиваться лишь на сиюминутных потребностях. Нам представляется разумная следующая интерпретация данного принципа. Инвестиции в области фундаментальной науки и прикладных исследований окупятся в долгосрочной перспективе. Сергей Александрович Лавренченко активно использует эту интерпретацию первого принципа Деминга для оценки актуальности диссертации. В качестве примера вот выдержка из одного его отзыва. Цитирую. Поскольку диссертация выполнена в области